Всем привет, мои дорогие друзья, и рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я буду делать дракона весну. Вот так она выглядит. Приближается женский праздник, 8 марта. И этого дракона я посвятила этому прекрасному весеннему празднику. Для того, чтобы сделать этого дракона, нам понадобится бумага, скотч, клей, маркеры, пластик, ножницы и простой карандаш. Давайте приступать. Для начала мы с вами сделаем заготовки верхней и нижней челюсти. Нижняя челюсть должна быть короче верхней, поэтому я отрежу от нее лишний кусочек. Теперь нарисуем боковые части верхней и нижней челюсти. Складываю лист А4 пополам, беру заготовку верхней челюсти, обвожу ее простым карандашом и придаю ей форму головы грифона. Отдельно нарисуем глаза. В глазах будут цветочные узоры. Теперь нарисуем узоры грифону. В такой же технике нарисуем боковую часть нижней челюсти.
Такими цветами мы разукрасим боковые части, потом их вырежем и вторые стороны покрасим точно так же. Теперь нарисуем верх и низ дракона, складываю лист А4 пополам, беру заготовки челюстей, приклеиваю их к листу бумаги и обвожу простым карандашом. Не забываем нарисовать бортики и язык. Детали разукрашиваю красными оттенками, потом их вырезаю, заворачиваю бортики и разрезаю пополам. А теперь по такой же технике нарисуем верх дракона, только он должен быть немного подлиннее. Нарисуем бортики. Точно так же нарисуем окрас. Верх разукрашиваю предыдущими цветами, вырезаю и заворачиваю бортики. Теперь берем два листа А4, склеенных между собой. Это нужно для того, чтобы детали, которые мы будем рисовать, были прочнее. А сейчас мы с вами нарисуем рога и уши. На рогах будут расти разнообразные цветочки. Thank you.
Нарисуем узоры. Разукрашиваем вот такими цветами, потом их вырезаем и вторые стороны красим точно так же. Теперь берем еще два листа А4, склеенных между собой, и начинаем рисовать волшебную ауру дракона. Разукрашиваю желтыми оттенками, потом их вырезаю и вторую сторону крашу точно так же. Все детали готовы. Начинаем собирать дракона. Какой дракон весна у нас получилось? Напишите в комментариях, какого дракона мне сделать еще в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео.
Всем удачи! Пока-пока!